Несколько лет назад на этом месте снесли жилой дом. На пустой площадке образовались заросли, которые доставляют неудобства жителям соседнего дома. Это трава, это пыльца, все летит в окна, мы всем этим дышим. Очень часто вот как ко мне, к женщине обращаются ребятишки, бегают вечером и говорят: «Тетенька, там в кустах пьяный спит». Очень часто это вот неоднократно. А неизвестно, кто это пьяный, как бы. В каком состоянии этот человек, в адеквате он, не в адеквате, приходится обращаться в какие-то органы или что-то, чтобы даже вот забрали вот этих вот, кто здесь в кустах отдыхает. То есть основная вот эта вот проблема, то, что просто некрасиво, не убрано. И вот последние 5 лет у нас сосед косил сам, вот с 3-го этажа выходил и косил. В этом году отказался, сказал: я уже не могу, там просто нечем косить, потому что надо рубить, надо вырубать клены. Жители начали выяснять, кто должен следить за территорией. Обратились в муниципальные службы, в управляющие компании. В администрации дали ответ, чья земля. Сразу же нашли, что с 2014 года, у меня есть документ, с 2014 года эта земля числится за муниципальным образованием, как говорится. В управлении природными ресурсами подтвердили, что за учреждением закреплена территория по адресу улица Свердлова, 12. Однако обращений не поступало. Участок убирают от мусора, скос травы производится по графику. А что касается клена, на следующей неделе специалисты планируют осмотреть территорию и оценить ситуацию.